Алло. Я, как обычно, поздороваюсь. Так? Давайте поговорим о моем компьютере. Всем привет, меня зовут Савельева Аня, и в этом видео я расскажу вам о том, какие ток-шоу можно посмотреть на YouTube на английском языке. Самый популярный вид ток-шоу – это так называемые late-night talk-show. Это такие юмористические передачи с монологами, посвященными новостям, различными комедийными скетчами и, конечно же, музыкальными номерами. Помимо всего прочего, в этих late-night talk-show обязательно должны быть интервью. И не абы с кем, а со знаменитостями, которые приходят и рассказывают про разные фильмы, в которых они снимаются, или про музыку, которую они пишут. Все началось с 60-х годов, когда появилась The Tonight Show, которое вел Джонни Карсон. Именно он и стал родоначальником вот тех самых ведущих, которые сейчас копируют, в том числе и в России. Remember once when they said they were going to send him to Central America, and three days later they found him wandering around Ohio? Ну все поняли, правда? Ургант вечерний. Затем в 1993 году появилось The Late Show with David Letterman на канале CBS, и после этого эти late-night shows стали расти просто как грибы. Сегодня вы можете посмотреть такое множество ток-шоу, что вы просто не сможете их сосчитать. Они есть не только в Америке на английском языке, но также и в Великобритании, и в Австралии, и во всех других странах, в том числе и в России. Я посоветую вам 5 моих любимых шоу, но они все примерно однотипные, поэтому я не буду рассказывать про каждое из них. Вы просто сами можете убедиться, что они все очень похожи, но выберите то, которое нравится конкретно вам, опираясь желательно именно на ведущего. То есть тот, кто вам больше симпатичен, то шоу и смотрите. Для тех, кто хочет поржать, эти 5 шоу. Ваш выход. Jimmy Kimmel Live. The Tonight Show starring Jimmy Fallon. The Late Show with Stephen Colbert, Conan, The Ellen Show. And did you break your legs? I did not break my legs. Wow, so he's whispering in your ear, or yelling in your ear. He was screaming. Screaming in your ear. You're gonna break your legs. You're gonna break your legs. What? I can't hear you! Wow, that's just horrible. Если вам нравятся комедии, но все-таки больше вы любите политическую сатиру, я советую вам посмотреть Real Time with Bill Maher. В своем шоу Билл Маар затрагивает очень разнообразные темы, в том числе и очень противоречивые и опасные, такие как религия и политкорректность. Поэтому тем, у кого тонкая душевная организация, я советую подумать дважды, прежде чем начать смотреть это шоу. Если же вы не боитесь и у вас толстая кожа, вы открыты разным мнениям на противоречивые темы, обязательно посмотрите Real Time with Bill Maher. Я его обожаю просто. Туда даже Гарри Каспаров приходил. Он очень классный. Если же вам нравится формат шоу с интервью, но вы все-таки любите британский вариант английского языка, я посоветую вам смотреть The Graham Norton Show. Формат точно такой же. Звезды приходят, садятся на диван, в этом случае это большой красный диван, и там может сразу прийти несколько звезд, и обсуждают различные истории из их жизни, курьезные случаи на съемках каких-нибудь фильмов, а ведущий Graham Norton задает им разные вопросы. When I humiliated myself more than I've ever had before. It was probably the best moment of my life. Maybe the worst of Jen's. Mine. Еще одно комедийное шоу, в основе которого лежит формат интервью, это Comedians in Cars Getting Coffee. Его ведущий Джерри Сайнфилд. Возможно, вы его знаете по знаменитому сериалу, который так и называется «Сайнфилд». Так вот, в этом самом шоу Джерри Сайнфилд приглашает различных звезд, в том числе и комиков, иногда даже политиков. Например, в одном из шоу был сам президент Барак Обама, и он с ними катается на машине, пьет кофе, разговаривает на разные темы. В конечном итоге это получается такое вроде интервью, но вроде комедийное шоу, но очень интересное. Особенно это шоу будет здорово посмотреть тем, кто любит разные редкие машины, потому что каждая новая передача проходит в какой-нибудь безумно красивой и очень-очень редкой машине там, 60-х, 50-х годов. Если вы не очень хотите смотреть комедийное шоу, но вам все же нравится формат интервью, вы можете посмотреть различные каналы
знаменитых журналов типа Variety, The Hollywood Reporter, Vogue и так далее. У них тоже есть множество интервью со звездами или с политиками. В общем, вы можете сами их выбрать. Вот некоторые из них. The Hollywood Reporter, Roundtable. Variety, Actors on Actors. Vogue, 73 Questions. Еще одно шоу, в основе которого лежит формат интервью, это Between Two Ferns, в переводе как «Между двумя папоротниками». Его ведет знаменитый актер, думаю, вы его тоже знаете, Зак Галифианакис. И в своем шоу он, как ведущий, задает различные неудобные вопросы звездам, которые приходят к нему в гости. Ну, мой самый любимый эпизод – это с Хиллари Клинтон. Просто лучший в мире. Ну и напоследок, мое самое любимое американское шоу SNL или Saturday Night Live. В переводе на русский «Субботним вечером в прямом эфире». Это американское шоу является одним из самых популярных в США, а также выходит оно уже более 45 лет. Первый эфир прошел в 1975 году. В чем суть этого шоу? На каждую передачу, которая выходит в прямом эфире в субботу, приходит одна звезда, она является гостем, ведущим этой программы. В самом начале вы услышите монолог этой звезды, он обязательно будет юмористическим, и после этого будет множество разных скетчей, музыкальных номеров, которые обязательно поднимут вам настроение. Они длятся очень недолго, максимум минут 7, поэтому за эти 7 минут вы сможете и услышать новые слова, и, может быть, вспомнить те, которые вы уже знаете, ну и, конечно же, поднять себе настроение. Так что, если вам надоели сериалы и фильмы на английском языке, вы теперь можете еще и смотреть разные шоу, которые доступны вам на YouTube в любое время. А если вам понравилось это видео, не забудьте лайкнуть его, напишите комментарии и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующих видео. Всем пока! Все, нормально? Блин, как нос чешется. А я пойду смотреть SNL.